Уважаемые коллеги, все мы с вами привыкли к тому, что у меня есть очень-очень высокие и большие фикусы. Но не только фикусы. Вот, пожалуйста, и лавровый лист. Ну, в основном, конечно, фикусы. И мне очень нравятся крупномеры, поэтому я их стараюсь, так скажем, размножить. Вот посмотрите, большой-большой-большой лимон перед вами. И вообще, куда у меня здесь не глянешь, везде очень-очень много красивых и прекрасных растений. И вот опять вернусь к фикусам. Поскольку дерево достаточно большое, и я на каком-то этапе вот решил попробовать размножить лавровишню. Вот посмотрите, за полтора года у меня вот такой вот кустик, скажем, образовался. Растет он у меня в комнатных условиях. Ну, еще есть один экземплярчик. Вот посмотрите, это тоже у нас лавровишня. Ну вот за полтора года не очень она сильно выросла. Наверное, виноват объем горшка. Вот так она у меня тут стоит вместе с двумя небольшими елочками. Но сегодня я хотел вам показать чудо. Я в Крыму у одного селекционера брал три вида лавровишни. Вот этот вот, как я вам уже показал, вот это вот лавровишня лекарственные, вот с такими, видите, блестящими и такими вот ланцетовидными длинными вытянутыми листьями. Ну, еще я, и он брал у него вот этот вот череночек. Посмотрите, какие тоже листья. Вот один из них молоденький, такой темно-зеленый, но вот основной идет такими вот светлыми листьями. Ну, и вот было мое удивление, заключалось в том, что я увидел, что он зацвел. Посмотрите, вот такая вот кисточка на вершине и цветет, очень сильно пахнет. Именно сейчас, зимой, началось цветение еще в январе, сейчас вот начало февраля, зимний месяц. И в комнатных условиях у меня зацвело некое растение. Как мне говорили, это лавровишня, один из видов. Но поскольку черенок был приобретен в Никитском ботаническом саду, я просмотрел, значит, у них на сайте все те растения, которые они предлагают к продаже. И, конечно же, нашел и это растение. Но это не лавровишня, как казалось. Перед вами калина лавролистная. И относится она к вечно зеленым. То есть она не сбрасывает свои листья. И именно зимой на Черноморском побережье Краснодарского края, в Крыму, в Ялте, она начинает цвести. Вот такие вот нежные выбрасываются кисти и такая вот метелка и пахучие белые цветочки. Ну так вот именно зимой и начинает цвести калина лавролистная. Обратите внимание, листья у ней жестко опушенные немного, то есть есть на них небольшой такой, знаете, чуть-чуть ворсиночки. И расположение листьев, посмотрите, два листа друг против друга, супротивные. Если кто заинтересовался, посмотрите в интернете информацию про это прекрасное растение. Ну что, кто же скажет, что я не показал вам сегодня чудо. Сегодня цветет калина
Лавра листная, в комнатных условиях. Может быть, еще у кого-то также зацвела? Напишите мне на канал. Спасибо вам за просмотр. Увидимся в следующем видео.